Можно с тупым ебалом начать? Всем салам, пацаны. Помните, в одном из обзоров я вам рассказывал о вот такой штуке раскоксовки двигателя Лавр. Очень много сообщений пришло, на самом деле действенная это или штука или нет. Вот сейчас на своем личном примере я вам покажу, действенная она или нет. То есть не то, чтобы мы вам просто навязываем какую-то продукцию, а мы используем. На своем примере я вам показал. Вот вы смотрите, действенная она или нет, теперь думаете сами. Переходите, в общем, по ссылочкам в описании, заказывайте Лавр и при заказе вводите промокод ОСАТА. При вводе промокода ОСАТА вы получите скидку. Всем салам с молекулами. Что происходит? Ебать, нападение, чисто мерседесовское нападение на меня, бля, ёба. И сегодня у нас в обзоре, сука, мать его, ML, бля, в 166-м кузове. Смотрите, что они делают. Они, короче, взяли и оккупировали меня сегодня, бля, оккупировали нападение мерседесов, короче. Пацаны, давайте разъедемся, бля, не надо меня, бля, пугать, бля, ёба, я... Пуганный, короче, пацаны, я на BMW езжу, бля, Мерседесом вы меня не удивите. Нихуя, короче, не проканает бороду Мерседесом, не напугает. Любители Мерседеса, сегодня, бля, выпуск посвящается именно вам. И у нас сегодня в обзоре турботрусы. Высокие такие стринги, турбин, на двух турбинах стринги. У нас сегодня, бля, ML кузове, бля, W166. 13-го года, это третье поколение ML. Это, сука, ML, бля, 6.3 AMG. Короче, 6.3, блядь, в 166-м кузове. Ну, по большому счету, бля, нихуя это не 6.3. У тебя 55-й ML просто с двумя турбинами. В предыдущем кузове он был на самом деле 6.3. Ну, не 6, а 6.2. Но чтобы, короче, не терять своего лица, да, не терять понта, короче, блядь, от этих цифр, да, 63, блядь. Они, короче, бля, наклеили туда 63. Представьте, планка, да, 6.3 был, выпускают новый кузов, да, и ну как уронить, ударить грязь лицом перед любителями Мерседеса, то на самом деле так писит кипятком, блядь, на эти машины. Поэтому 63 циферку они оставили, а мотор-то поставили туда уже не 6.2 и не 6.3, а 5.5. Пройдемся по внешности. Вспомним 163 кузов, вот этого ублюдка, какой бы он ни был, там AMG, не AMG, просто убогий кузов. Конец 90-х это все начало только зарождаться, только начали появляться вот эти кроссоверы, только начала появляться вот эта война, блядь, между BMW и Мерседесом, да, вот именно в кроссоверах. Потом у нас был 164 кузов, который, ну, лично я и очень много людей, ну, тоже не приняли. Он был немножко посимпатичнее, да, 163-го, 6.3, да, AMG, блядь, такой мощный мужчина такой, блядь, и мне именно вот AMG нравится. Этот кузов. Это уже 166 кузов, это до рестайлинга его, потому что рестайлинг в 15 году решили, я не знаю для чего они вообще это сделали, его рестайлинг уже не ML, а уже GLE. GLE, который там, бля, есть еще у них GLE, там купе, бля, там, я не знаю, купе S, там, бля, BHS, который называют, бля, убийцей, бля, X5M, бля, или X6M. Чтобы, бля, Mercedes убить BMW, ему надо очень сильно для этого постараться, бля, ну хотя бы патроны иметь. А у Mercedes для BMW патронов, к сожалению, нет. Все патроны, бля, для Mercedes у BMW в кармане. Всегда я свой мир. Очень сильно изменили внешний вид автомобиля. Если сравнивать его, бля, со 164-м, ты помнишь даже просто вот эти арки? Какие они были огромные, массивные, да?
да, кузов был такой раздутый. Здесь машина выглядит намного элегантнее, несмотря на то, что на ней 21-й, бля, AMG, бля, диски. Что на концерне BMW, что на концерне Mercedes, да, они почему-то забыли свои корни. Они перестали делать какие-то грозные, бля, тачки. Совершенно, бля, спокойный вид этого автомобиля чисто сбоку. Эти ровные линии, да, там ничего. Вот единственное, что мне нравится вот в этом кузове, единственное, на самом деле, еще, что ты доебался там с этой камерой. Если смотреть на крышу, то линия вот крыши, да, вот она назад немножко вот так вниз к багажнику уходит, к задней части автомобиля. Это будет говорить тебе о том, что все-таки это не такой спокойный автомобиль. Есть в нем гроза, короче. Эту машину забирали в Штатах. Одна и та же люлька с Jeep Cherokee, VK1, VK2 и вот с Dodge. Люлька у них одна и та же. База, да, вы знаете, что такое люлька, блядь. Нигде ты там пиздюком шатаешься. Шипа тебе на письку одевают. Ну, кто знает, шипа тут поймет. Баклажка я его. Без AMG обвеса вот этот автомобиль выглядит достаточно скучно. Нормальный вариант, если честно, мата в серебре, бля. Обычно их закатывают черный мат и пиздец. Все, черный мат и пиздец, что за дьявол, короче, сидит за рулем. Теперь мы, короче, будем вот, ну, наш контент разбавлять вот такими интересными машинами, потому что, ну, невозможно, бля, работать только в направлении уебанства. Помните, бля, вот в последнем моем обзоре Ravon Gentra, мы когда в салоне снимали, дверь позвонили, бля, это вот сюда звонили. Я Завра просил открыть вот эту дверь, бля, вот, ну, вот, вот, дверь еще одна. Я не понимаю, для чего вот делать вот такую огромную нишу. Вот газ очень сильно, вот очень интересно будет. Надо, кстати, Алию позвонить, чтобы он, покажи ему, вот снимись, Али, посмотри, какое удобное место, бля, для заправочного, братан. Вот сюда ты, я тебе говорю, три заправочных поставишь. Метан, пропан, ну, еще там, ибупрофен, что, ну, ибупрофен, это же лекарство, да. Как вообще жопа смотрится, мне очень сильно нравится. Нелепый вид, бля, задницы у 164. Огромная просто жопа. А такое ощущение, что сзади фонари поставили, блядь, от Луаза. Когда мне нравится Мерседес, я смело могу сказать, что мне Мерседес понравился. Я не говорю, что Мерседес плохая машина, я его там ненавижу и презираю, и бархаю вслед каждому водителю Мерседес. С каждым своим новым кузовом они работают, хоть и маркетологи там тоже работают. Они если наебывают, а они наебывают нас по-любому. У меня вот в новом паблике Asata Call, здесь его разместил так. Вот здесь так, вот так, вот Asata Call, там у меня есть одна зарисовочка, как хуй в ухо влазит. Они не на сухую тебе ее туда загоняют, они смазывают, смазывают, смазывают. Когда ты сбоку ее обходишь, вот ты подошел к машине и хочется увидеть чего-то острого. Кто-то в моменте въебался, блядь, еблом об стену, и он перенес это все на автомобиль. Вот эту машину превратить в GLE особо труда не составляет. Если все брать в оригинале, я вот сейчас даже с хозяином пообщался, он мне сказал, это встается в 700 тысяч рублей. Капот открывается, как у Лады Гранты. Я не мог знать за этот автомобиль все. Потому что у меня не было никогда такого автомобиля. Да у меня и друзей нету, которые бы владели вот такой тачкой. Обычно, если к такой тачке подойдешь посмотреть, тебе кто-нибудь по черепу в натуре, блядь, по хребту сзади заедет, и потеряешь ты сознание, и потом не вспомнишь, блядь, что ты вообще здесь делаешь. Ему же похеру, блядь, что ты просто подошел посмотреть, тебе тачка понравилась. Он же сразу подумает, что ты ее там или царапнуть хочешь, или что-нибудь спиздить оттуда хочешь. Сходу двоечку пропишет, блядь, даже если он не в состоянии это сделать, он тебе ее нихуй пропишет. Сможет научиться в этот момент вспомнить все тренировки по Ютубу и накидать таких пиздюлей, что ты охуеешь потом. М157. Это битурбо. Мотор с двумя турбинами. Интеркулер, который стоит в развале, блядь, блоков. Сократили ему впуск. Кстати, интеркулер здесь не просто на воздушном охлаждении. Он в воде. Вот слово, как это сказать, блядь? Воздушно-водяное охлаждение. Это вообще пиздец. Вы представляете? Завтра ты просто подумай, да? Воздушно-водяное охлаждение. До 25%, блядь, снизили расход топлива. Вот они залезли вот во все, что можно было залезть. Они залезли. Ебучая подача топлива, блядь, на вот этих инжекторах. Инжектор это та же форсунка, там внизу вот настолько низко он опущен, да, что он прямо подает топливо прямо в цилиндр, и за один такт он его подает 5 раз. Поиграли с зажиганием, блядь, сделали там ебану. Короче, вот если образно говоря, я читал за этот мотор, и, блядь, клянусь, газа мне уже хотел переебать, потому что у меня голова закипела, пока я понял, что они исполнили с этим мотором. Там 3 цепи, бля, которые без звездочек. Одно то, что они настолько уменьшили впуск для того, чтобы машина, бля, когда вы давите, да, чтобы она не теряла, чтобы она не думала. Она вот, чтобы сразу вот
Бля, не умею, бля, просто вот этими умными словами разговаривать, да. Я пытаюсь выучить Заура книгу, но нихуя у меня не получается. Педаль настолько быстро отзывалась, чтоб машина, бля, отзывалась, бля, да. Вот тут и нажал, и она тебя унесла нахуй. Чтоб твой след простыл. Доработали масляный картер, бля, да. Чтобы вот в боковом ускорении, бля, вот ты давишь, вот в повороте ты входишь. Твой затяжной поворот, да. То есть машина же кренится, и масло же уебывает, бля, там где-то там переливается. Там. Ну, не тупые же, поймете. По боковому ускорении, чтобы вот этот, блядь, пидорас не получал масляного, блядь, голодания, они его доработали. Они все сделали здесь, сука, с алюминия. Цельно литой блок, блядь. Здесь бошки алюминиевые, здесь картер алюминиевый, здесь, блядь, управляемый, сука, генератор. Здесь управляемый, блядь, сука, маслонасос, который управляется отдельными блоками. Здесь все управляется отдельными блоками. Даже система зажигания, блядь, она вынесена отдельно из блока управления двигателем. И она отдельно, блядь, ну вот вынесена и установлена, блядь, да, отдельно, чтобы она только сама она одна, только вот отдельный блок он управлял только за зажигание. Ну, плюс к нему еще управление форсунками. С ГРМ они поработали, здесь три цепи стоит, три бесшумные цепи на М156, на прошлой версии ML, на атмосфернике, на моторе. У него тоже были проблемы шума цепи. Со временем, да, там, ну, с пробегом, да, у него были эти проблемы. По одной цепи на каждый полублок. И еще одна цепь, которая связана там с насосом, который поднимает. Там и насос пидорас и доработали. Даже хозяин сам говорит, что да, он жрет масло. 5-6 тысяч, он литр, ну там, от литра до двух доливает. Очень сложный мотор. Он идет, блядь, вкупе с этой коробкой, блядь, известной, 7G-Tronic. Она здесь еще спидшифт, блядь, какая-то там, да. Ебать, какие слова я начал разговаривать. Повторение, мать, повторение, я его все. Да, повторение, мать, пахана я. Я не буду из себя сейчас строить, бля, там, ебать, ебать, что за ученика, ебать, какого моториста. Я загуглил, я почитал, на самом деле, приведя, здесь в голове я понял. Но чтобы вот это объяснить и до вас донести, как это делают многие блогеры, там, рисунками, вставляя там какие-то картинки, показывать какие-то все, ну, нахуй это не надо. Сюда залезает, знаешь, сколько? Около 10,5 литров масла. Это же охуеть надо. То есть обслужить этот мотор, просто заехать, бля, да, там, поменять, бля, масло в нем. Ну, сюда надо заливать масло, которое именно, бля, подходит к турбинам, с допуском под турбины. И это становится в районе, если вот вообще не жалеть, то это ебанутые баснословные деньги, это 1030-35. Клянусь, сколько я не лазил, вот я не нашел на самом деле ни одного плохого отзыва об этом моторе. Единственное, что он жрет. Несмотря на то, что они, бля, там сократили расход топлива на 25%, он один хуй не пощадит ваш карман. То есть это в агрессивной езде, это 30-35 литров смело. Этот автомобиль, сука, настолько злой, что он сейчас за мной стоит, да, я его боюсь. Он Stage 2. В нем, сука, 720 лошадиных сил. Вот в этих трусиках. Реактивные трусы. А его все, вот, ну реально. Вы только проснулись, бля, подумали о том, чтобы одеть трусы, они уже на вас. Поехали, просто приколимся, покатаемся. Короче, попадаешь сюда и, блядь, охуеваешь, ебать, насколько, блядь, здесь все комфортно, блядь. Ну, за это рассказывать смысла нету, потому что это Мерседес, который в свое время стоил, блядь, около 9 лямов. Сиденье, блядь, кожа ебанутая, ярко выраженная, блядь, боковая поддержка. То есть сиденье в натуре держит, ты понимаешь, что оно тебя будет держать. На комфорте мы едем, и даже на комфорте чувствуется, что автомобиль на самом деле грубоватый, жестковатый. Ну, естественно, о, смотри, вот она, вот. Бля, не обессудь, брательник, что мы тебя не пропустили, ты же на Весте Спорт, а, Веста Кросс. Даже то, что тебе нахуй не нужно, здесь все равно есть. Вот многие кайфуют вот с этого руля, да, то, что он снизу вот немножко спиленный, да, скошенный руль. Мне это не нравится, он меня бесит, сука. Непривычный, бля, селектор. Еще раз повторюсь, коробка 7G-Tronic, этот Speed Shift. Бля, ну да, это серьезный звук, бля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. По мне он слишком громкий. Вот это, блядь, старт-стоп, бля, и вот этот режим эко, бля, вот этот режим эко меня вообще вымораживает. Вот пацаны, подписчики нас тоже выхватили на светофоре, блядь, и прикалываются, вон кричит бородатый Марат, бля. Бля, вот рельсы переедем на комфортном режиме. Бля, ну ничего, так, неплохо, да, но на самом деле грубоватый автомобиль. Я думаю, мне бы его хватило в стоки за глаза, я его, нет? Или за шиворот, неважно. Бля, неудобный руль для меня, вот эта хуйня неудобная. Вот она. Бля, вот чем мне не нравится эта коробка и
все, кто жалуются, ну не то что жалуются, а все, у кого есть этот автомобиль, они, ну, да, не дадут мне спиздеть, что переключения у этой коробки достаточно жесткие. Не то чтобы она там пихает тебя, бля, там, или пинает, нет. Переключения жесткие, прям очень жесткие переключения, бля. Человек на приори так настолько сильно испугался меня, что хуй знает. Резкая, дерзкая, быстрая, но тормоза хуйня в машине, честно. Управляется неплохо тоже, все, никаких валкостей. Но это же Мерседес, мать его. Это же не FL, бля, Гранд. Бай, машина, бля, просто уезжает. Я не знаю, что бы делал, конечно, со мной сток вариант. Но вот этот Stage 2 просто, бля, заставляет меня, бля, просто обгадить. Я же говорю, не надо мне очко снимать, я не обосрался, в смысле. Все буквально понравилось. Единственное, вот на что бы я на самом деле обратил внимание, я даже сейчас испугался в моменте там с топливом, бля, я пока постартовал, у меня стрелка сразу упала. И в моменте она раз дернулась. Хозяин мне говорит, что когда желтая лампочка загорается, он воздух, короче, кидает туда. И аж дает тебе понять, что, братан, уже конец бензину. Надо, бля, лишнюю соточку в бак залить. Stage 2, бля, он на самом деле, бля, в облака уносит. Я не скажу, что она управляется отменно прям. Все-таки не будем, бля, забывать, что это не седан, да, это кроссовер. И управление ее не такое острое, как бы хотелось. Это первый автомобиль такого класса, на который я посадил свою жопу. На самом деле я в восторге от автомобиля, потому что автомобиль дарит безумное количество, бля, положительных эмоций. Когда ты за рулем этого автомобиля, такое ощущение, как будто в натуре вот, ну, время, твои биологические часы с тебя тачку вытаскивают. Не только начали, бля, брать в обзор вот такие машины, еще раз говорим, еще раз повторяемся, что 2019 год для нас будет продуктивным, короче, будет 2019 год, мы будем стараться подниматься, карабкаться вверх, и будем вот такие машины, бля, обозревать тоже. Мы не замеряли рейс-лоджиками, там, разгон, доста и так далее, потому что у нас и нету оборудования для этого. По чесноку, пацаны, вот честно, вот по-братски. Нам подогнали тачку совершенно, вот, нежданно, да, и мы сделали на нее вот такой братский обзор. Если есть у кого-то интересные машины, пишите мне в Instagram Asata Channel. Также, ребят, подписывайтесь наш на новый паблик в Инстаграме, который называется Asata Call. Там самые смешные вырезки, самые смешные нарезки, самые смачные моменты из ваших любимых обзоров. Так что подписывайтесь на Asata Call, подписывайтесь на паблик Госмедиа Asata Channel, подписывайтесь на нас ВКонтакте, бля, ну и обязательно, если по кайфу, конечно, братва, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там, дизлайки, естественно, в комментариях говорите, бля, где я ошибся, может, то сразу говорите, так что мы не без ошибок люди, бля, мы простые, мирские, приземленные парни. Ну, я думаю, братва нас поймет, ну, а пидорасы, как всегда, просто ебло свои откроют и начнут там лаять. Ну, как говорится, бля, собака лает, караван идет, а мы будем топить дальше, по
по-прежнему, только, сука, в гору, пацаны. Всем огромное спасибо за то, что вы с нами. Ну, а я просто сейчас сяду опять вот в этот, бля, ML и, бля, съебусь отсюда, бля, на всех, короче, пора. Базару нет, Mercedes классная тачка. Ну, BMW душе ближе. Всем респект, всем салам. Я въебался в 6.3. Давайте, пацаны, всем салам алейкум. Я сейчас понтовый блогер. Удали нахуй мои контакты со своего телефона. И не звони мне вообще нахуй никогда, пока я на 6.3 мили езжу. Как слезу, обратно добавишь меня, если что, да? Салти, брат. После рабочего дня тупанутых выхлопов АМГ, после безобразия которого, бля, там парни учиняли, расслабимся, покурим кальян, кальянный бонс на Барбашова 15. Постоянно со своей камерой за мной следишь. Я сейчас буду кальян шуметь, короче, братья. Шуметь будешь кальяном. Вырубай свою камеру, уже ты надоел у нас со своей камерой. Ну да, бля, давай. Конец рабочего. Я, говорит, удивляюсь, говорит, мужиков, говорит, которые курят, говорит, кальян, бля, как будто, говорит, они шейхи. Я чисто вам, пацаны, покажу. Даже не представляете, что за прикол я вам сейчас покажу. И ты в этом снимал обзор АМГ, да? Я теперь, бля, в значке, бля, Лады, бля, снимал, бля, обзор, бля, на АМГ. Знаете, пацаны, иди уже, ради бога, иди. Иди, давай.